Всем салют! Для чего нужен кондиционер дома и в офисе, думаю, и так понятно. Летом он охлаждает, а зимой поддерживает нужную температуру в плюсе. Сейчас расскажу, как из обычного кондиционера сделать умный кондиционер. Умный кондиционер подразумевает собой управление по Wi-Fi со смартфона, даже не находясь дома. Сегодня самый доступный кондер стартует с отметки 6999 гривен. Это Wi-Fi Ready аппараты IDEA Pro, которые становятся умными при установке Wi-Fi модуля. Модуль в принципе устанавливать несложно, и все же куда и как это делать, разобраться стоит. Итак, IDEA Pro серии Brilliant – это стильный дизайн, доступная цена и передовые технологии. Эффектно варьирует между охлаждением в жару и обогревом в мороз до минус 10 градусов. Это именно on-off модели. Инверторы кондиционеров серии Brilliant и Diamond работают на обогрев до минус 20 градусов. Перечень режимов создаст необходимую комфортную атмосферу дома, автоматический, обогрев, осушение, охлаждение, режим сна. Один из важных моментов. Кондиционер оснащен специальным разъемом на плате для подключения Wi-Fi модуля. С помощью удаленного управления, выезжая с работы, можно задать необходимые параметры. По приезду домой будет царить комфортная температура.